Вы всегда видите лишь последний кадр, играя роли в чужом кино. Все тайное становится явным. Красивая, громкая фраза, киллер, сразу крутой, великий человек и так далее. Эти все фразы может говорить или подросток, который, в общем-то, хочет возвыситься над тем, что он является. Ну, подросток — это вообще никто, он еще не взрослый, но уже не ребенок. Здесь, в данной ситуации, вот такие заявления, они сравнимы с истероидным бахвальством. Гулянки этих господ выглядят кощунственным скотством. Первое, что можно сказать по этому человеку, что он пароксизмальный. Пароксизмальный – это склонность к спазмам, склонность к аффективным вспышкам, склонность к накоплению зла, ненависти, мести и так далее. Ну, он может оказаться в клинике с заболеваниями типа истерии. То есть он будет показывать припадки истероидные. То есть будет таким возбудимым, знаете, которые есть на улице, стоят и кричат. Но все на них оглядываются. То есть это привлечь внимание. То есть ему обязательно нужно быть в центре внимания.